У нас сейчас необычная распаковочка, давайте по-быстрому снимем. Необычная в том, что мы сейчас, у нас есть заказ из Тамбова, Артем, у него 184 сантиметра, 116 килограмм, большой брутальный дядька, одновременно, значит, это Хира. Вот. Мы ему сейчас предложим три варианта, потому что вот немножко раскроем нашу кухню. Так, итак, у нас три коробки, все 0,4 с Хиры, все тканевые. Вот. У нас, значит, будет цена, как у всех, эффект безупречный, и обсудим скидку. Вот Артем, не только сейчас мы сделаем распаковку кресла, а дадим ему возможность, как на рынке, выбрать клубничку, там, редиску. Вот. Самый первый вес. Потому что, значит, первый момент. Кресла едут в больших контейнерах, по 8 штук в ряд. Два нижних ряда практически всегда мятые. Контейнер китайцы забивают под самую завязку. Второй момент. Есть модели старые, новые, производители. В процессе производства учитывает недостатки, которые были выявлены, и вносит свои изменения. То есть не надо у нас спрашивать, а что он изменил. Тогда мы вам должны сказать, что здесь была какая-то рама, она была плохо сделана. И бренд Акрейсинг скажет, ЭГГ, посмотрите, что делает, ну, или там DX Racer. Большая конкуренция, то есть никакой производитель не скажет, что именно он накосячил. Он просто скажет, мы улучшили. Вот. Но мы видим эти изменения, он для себя делает какие-то небольшие косметические такие вещи, которые видны сразу с первого взгляда. При сравнении разных моделей. Да, при сравнении. Вот мы вот уже знаем, какие модели первые, потом уже улучшенные, какие самые улучшенные. Поэтому и цена у нас, соответственно, будет разная. Для чего это сделано? Потому что сейчас вот мы зайдем, у нас сегодня 10 февраля, мы зашли на Яндекс.Маркет, но нам же надо же вот в Тамбову кресло продать, какую-то ему сказать цену, да? Поэтому мы смотрим так же, как и покупатели с Тамбова. Видим Озон 46 тысяч. Заходим на наш Яндекс.Маркет. Видим, лучшая цена 50 тысяч. Провалились. Увидели 51 951 951 900. У нас цена тоже. Это модель 51 900. Но опять мы сталкиваемся с тем, что они все Хиры, Нобель Чейрс. Цена одинаковая, но они отличаются. И сейчас мы расскажем именно чем. Так, что разложил. Давай с этого начнем. Так, номер сейчас Хиры TX. Что мы тут видим? Подлокотники проверял. Здесь нормально все, да. Это 21-22 год. Да, нет? Ну, смотрим. Дырочка одна. А, нет, это свежая. Бирка есть. Не самая свежая, предыдущая. Переходная модель. Подлокотники. У нас новая проблема с подлокотниками, потому что вот они пакуются вот так, и вот это край коробки, когда сверху еще лежит 8 коробок, то есть отметина. Вот, именно вот в этом месте. Вот мы сейчас снимали, меняли. Я покажу тебе, вот она, раздавлю. Сейчас, подожди. Где тут у нас? Сегодня же, блин, меняли. А вот он. Вот видите, это вот как раз... Мы отгружали кресло в Архангельск, натуральную кожу, за 90 тысяч, разумеется, мы поменяли. Все, вот ты показываешь? Вот, вот дефект, вот прям вот видно след. Вот от этой вот крышки. Это мастер, просто все. Дефект, ну, такой косметический, то есть функционально все исправно. Функционально все. Гарантии это тоже не катит, потому что... Поэтому на это идет скидка. Да, скидка. А достанем, что там у нас с углом наклона? Угол наклона стандартный, ну, предыдущий. Такой же, как и вот это, да? Такой же, как и это, да. То есть у нас есть блямба, одна дырка, есть еще модель, в которых нету логотипа. Вот такие еще. Вот, где нету друг, здесь логотипа. Да. Это самый первый образец. Да. Самый первый. Так. А, вот, получается, тут у нас безупречный, тут у нас с небольшим косметическим дефектом. С необновленным углом наклона. Да, тут что у нас? А вот это 51-900 с обновленным углом наклона, с так, безупречными что? Подлокотниками. Без всяких дефектов. Так, итого мы получаем, что сюда мы кладем бумажку перфект, цена 51 900, обновленный механизм угла наклона, безупречный подлокотник. А где второй подлокотник? Да, в коробке или где? Да, в коробке. Ну, ты проверял его? Да, да, да. Безупречный. Так, здесь мы видим предыдущую версию угла наклона, небольшой дефект. Нет, вот этот мы ставим, как у всех, да? Потому что здесь подлокотники хорошие. Ну, предыдущий механизм, который, скорее всего, вам кладовщик с маркетплейса и отгрузит.
Не, ну глупо отгружать новый, когда у вас есть на складе старый, иначе его уволят. И вариант, обсудим скидку. Это где у нас вот такой маленький косметический дефект. Вот. Итого, мы видели 51 900, как у всех. Самая минимальная цена у нас была в Озоне 46 тысяч. Наша проверка это будет получаться, да. 48. Для Тамбова. Вот. Ну, обсудим скидку, там, не знаю, 45-44 тысячи. Вот такое у нас получилось видео. Ждем, что нам скажет Артем из Тамбова. Вот. Поэтому мы, дорогие кресла, будем стараться проверять, сами осматривать и давать честную, так сказать, анализ. Значит, он еще спрашивал, что эти в комплекте есть все причиндалы для сборки, и у него рост 185. Можем предложить еще Артему. Сейчас вот мы откроем, возьмем. Стандартный рост, не надо ничего менять. Ну просто скажем, что может быть кто-то будет там двухметровый. Можем по 2 метра, мы можем газлифт изменить. Да, вот штатный. У нас есть на выбор газлифт. Убираем штатный. Это стандартный. Это самый маленький, поэтому его тоже убираем. Ну его тоже можем менять. И вот он штатный. Вот, видите, вот, это штатный, а это два больших. То есть это мы ставим. Если рост, допустим, 190 и выше, 5. Ставим 10. Этот. Да. Если 2 рост... метра вот этот ставим. Да, уже такой. А если метр, 170, вот этот ставим. Ставим поменьше. То есть задача, что, чтобы газлифт был в нижней точке, и вам было комфортно работать, когда газлифт без нагрузки. То есть у вас газлифт становится вечным, если вы живете условно в Тамбове. Зачем вам заморачиваться, менять? Ну, вот такое опять сумбурное видео сделано. То есть поэтому сейчас не просто распаковка, а, так сказать, распаковка с этими... С чем? Предложениями, как эта песня была, выход. Короче, вот Артем такой вам сделали распаковочку. Хотите безупречную, покупайте по цене на сегодняшний день e-commerce в России, но зато мы все проверили, все протянем, вы получаете 100% новую проверенную модель. Ну, да, из магазина она выйдет без всяких, да. Этих, вот, потому что то, что вам отгрузят с маркетплейсов, там еще бабушка надвое вставала. Да, там еще и запчасти. А кому важна цена, у нас очень много битых подлокотников. Если сюда поставить пластиковую крестовину, упростить колеса, упростить там крестовину, сделать другую, то можем цену на эфир сделать там до 35 тысяч. Вот. Так вот все у нас пока так. Итак, это было 10 февраля для Артема. Тамбов, три варианта Хира, и еще раз, они новые, невозвратные, то есть все кресла будут отгружаться впервые, просто одна модель предыдущая, другая посвежее и самая свежая. Ну и плюс дефекты подлокотников. Ну, от них никуда не деться. Если вы считаете, что только наши грузчики к нам такие достаются, ну, значит... Хотите скидку, мы можем заменить подлокотники. Дефект не будет скидки, все. Ну, зачем разговаривать? Ну, да, да. Все просто. Все, какие-то вопросы, давайте нам обратную связь. Надо ли это? Либо вам проще, так сказать, устраивать лотерею.